ребятам здесь. Звать как? Старший сержант Калашников. Армии нужен пулемет. Это правда, что ты нигде не учился? Либо нам придется закрыть все другие проекты, работать только на тебя. А это мы позволить себе не можем. Слыхали, что ты автомат вроде делаешь? Да, но Павел Андреевич сказал, что... Андреевич за рабочее время тебе сказал. А после работы мы можем? Война еще не окончена. Ежели мы столько труда в него вложили, неужто теперь все коту под хвост?